Всем привет, с вами Пират. Мы продолжаем играть в The Cave. В прошлой серии мы остановились здесь. И сейчас мы продолжим идти вглубь этой пещеры. Оу! Так. Можно пойти... Нет, нельзя пойти сюда. Но можно пойти вот сюда. Туда я прыгать пока не хочу, потому что мне кажется, это можно как-то отключить. Так. Веревочка. Так, тут есть факелы. Ну, я могу туда телепортнуться, но пока не буду. Я еще посмотрю, что у нас тут. Так, а вот туда вверх я не могу. Ну, хорошо, тогда я телепортнусь вот сюда и вылезу. И посмотрю, что у нас тут. Так. Ладно, вот сюда, потом сюда. Куда это ведет? Ой, там какая-то принцесса. Да блин! Что-то не получается спрыгнуть. Ой! Да. О, нет. Ладно. Кое, который может телепортироваться. Так, главное не... Чего? О, я там вижу динамит. Так, и тут ничего нету. Окей, я зря сюда и шел. Можно? Ой. Ну, ладно. Так, пойдем посмотрим, что дальше, потому что... Нет, а вот сюда я уже не могу телепортироваться. То есть нам надо делать... Ладно, возьмем тогда вот эту и попытаемся спрыгнуть в огонь. Возможно... Я думал, он не опасен. Ладно. Пойдем тогда. Я даже не знаю, что здесь делать. О, мне надо как-то вверх пойти, но как? Как мне туда пойти? Да уж. О, у нее есть крюк, давай. Да блин. Что здесь надо сделать? А это что? Что это за способность у него? И что она дает? И что? Ты не летаешь. Ты такой... Да, блин. О, чё, он светится? Вот, я вижу, там еще что-то. Ну, как? Как? Можно веревку как-то отрезать и взять с собой? Давай. Блин, да что же тут надо сделать? Они бы хоть подсказку какую-то дали. Вау! Вау, вы видели, как он может? Офигенно! А как без него можно пройти? Another fine knight hath cometh to try and pulleth Excalibur from the stoneth. Only the worthy may attempt such a feat. Prove thy worth,
by first winning the love of my daughter. She is quite prickly, and I fear she will never wed. Returneth with her amulet as proof of her love, and thou will be granted a chance to pulleth the swordeth from the stoneth. Я нашел Экскалибур. Так, осталось... Блин, мне осталось мост этот опустить. Hast thou the amulet of mine favorite daughter as proofeth of her love? Блин, как мне туда вылезти? Окей. Я не могу к нему пойти. Так. То я могу вот сюда. Эти двери тоже я не могу открыть. Ну ничего, не очень-то и много стало ясно, что тут и как. Только понял, что делает способность рыцаря. Давай. Да блин, жарится. Так, блин, как же мне прийти к этому? Return with the amulet of the princess, and thou will be granted a chance to pull the sword from the stone. А, мне надо амулет от принцессы взять. Хорошо. Уу. Так. О, сейчас двери открылись. Отлично. Ну, а если бы не было рыцаря, ой, в команде, то как бы туда спуститься? Ну, не знаю, наверное. Не знаю, короче. Так. Ну, сейчас начало быть уже более-менее понятнее, что надо делать. Ой. Hello. Oh, please. Not another chivalrous knight trying to win my love through misguided feats of bravery or bribery. I really need to talk to my father about this. Okay, let's get it over with. Go prove your bravery by returning with the gold the dragon is guarding. Do that, and I'll give you my amulet as a token of my love. Blah, blah, blah. That is what you want to hear, right? Dragon, gold, amulet. In that order. Men, I just want to be an electrical engineer. Oh, мне надо сразиться с драконом. Эй. Ой, я случайно выключил запись. Ладно. Хорошо, мы идем сюда. Туда. Так. Тут дракон, там принцесса. Я пойду к принцессе. Лучше к принцессе, чем к дракону. Так, тут есть... О, тут какой-то... Ой, он меня убьет. Если я захочу взять ключик. Так что мне надо как-то его надуть. А, так тут... Ой. Ой. Ой, я не хотел туда прыгать. О, я знаю, как ключик можно забирать. Мне надо тайм-тревелера сюда привезти. И динамит нельзя. Так, где мой тайм-тревелер? Окей, вот он. Сейчас мы заберем ключик. Так, отпускайся. Так, вверх. А, еще можно пойти вот сюда. Ну, для начала я заберу вот ключик. Хорошо, ключ у нас. Сматываем. Так, ключ у меня есть. Давайте еще посмотрим, что если пойти дальше туда, вперед. Давай, спускайся. Дракону пока я не иду. Ой-ой-ой. Ой.
спускаемся. Оу, повезло. Dragon Gate. Но у меня есть ключ. А, там же показывал дракон в другой стороне. Ой, я чуть не упал. Так, я что-то нашел. Наверное, я уже иду не туда. О, третье изображение рыцаря. Так, что у нас тут? Так, посмотрим, что еще тут. Хм. А, нам надо типа с другой стороны. Ладно. Я не знаю, что это пока тут надо сделать. Давай. Там какие-то скелеты, ладно. Я так понял, что я просто прошел кругом. Да, я просто прошел вокруг. Так, ключик. Ты пойдешь к дракону, давай спускайся. Так, у меня есть ключ, чтобы открыть дверь и что-то взять у дракона. Я надеюсь, он меня не увидит. Так. Ой. Так, понятно. Тут надо что-то сделать, чтобы... Так, пойдем еще вот сюда и посмотрим, что у нас тут. Так, что у нас тут? Тут должно что-то быть, чтобы помочь отвлекти дракона. Какие-то... Ладно. Тут еще одно изображение. Это об этой, что любит приключения. Короче, что я не... О! Я могу взять? Нет. И что мне тут делать? Кто-то... Какие-то... О! Туда можно поставить динамит, и оно обвалится, и Экскалибур станет моим. Мне так кажется. Ладно. Сейчас посмотрим, что мы... Так, еще надо... Ой. Блин, да что же я меняю, надо... Так, еще посмотреть, что... Так, туда нельзя за динамитом прыгнуть. Тут лифт какой-то, тут... Так, давайте сначала сюда, а потом направо. Don't you knights ever listen? If you want my amulet, you need to return to me with the dragon's gold. Хорошо. Так. Что у нас тут? Ага, сюда надо двоих персонажей. Хорошо. Давай ставим все-таки тебя вот тут. Так, возьмем. Так, и она что там? А, ладно, ее здесь не надо. А это тут. Ну ладно, давайте все-таки я пойду за та... Для моей идеи с Экскалибуром. Так, мы спускаемся куда-то. Ой. О. Новое изображение. Это про путешественника во времени. Ой, лифт куда-то спустился. Вот, блин. А там что, надо останавливать?
Так, давай, опускай меня. Эй. Так, идем. Тут я уже был. Ага, тут я не пройду. Давайте еще прыгнем. А, там можно. Давайте еще третьего персонажа задействуем. Тут лифт. Если... Так. Вот тут... И нас убивают. Ладно, это не круто. Тут я был. Нам еще надо придумать, как взять динамит. Осторожно. Окей. Так просто забрать не получится. Надо пройти с той стороны и посмотреть, что там. Возможно... Ой-ой-ой! Ой, чуть не упал. Тут-то, рыцарь, возьми себе какие-то шмотки. Так. А тут у нас он убивает вот так вот. А если я стырю вот... Можно надеть что-то? Зачем это тут? Я не понимаю. Если оно упадет, это плохо? Ладно, зачем я это сделаю, если оно надо там сверху? Толку? Нет. А, это его... Короче, тут ему надо было рыцаря привести, чтобы он покушал. Опс. Теперь я, наверное, это не пройду. Давай, скушай меня. Ой! Не так быстро. Возможно, с двух сторон зайти к нему, и он... Ой. И он не будет знать, что делать. И мы заберем его, этот камень. Так. Так, я иду сюда. Этим, а этим забираю. Да! Получилось. У меня получилось. Ой. Он взял. Ой, что это? Что это? Sounds like someone forgot to close the gate to the dragon's den. I'm sure the princess will be fine. She's way up in the tower, and I don't think dragons can fly. She'll be fine. Короче, там что-то с принцессой. Я спешу на помощь. Мне кажется, вот сейчас понадобится лифт, чтобы спустить ее. Или рыцари пошли спасать ее, а я смогу динамиту взять. Да, вот одного нету. Хорошо. Ой, тут повсюду кровь. Вот. А тут-то есть динамит. Отлично, но... И тут-то уже нету лифта. Ну хорошо. А где принцесса? Так, возьму-ка я и принесу вот эту штуку.
Sounds like that seconds away from getting the princess's amulet. Oh, the suspense is killing me. Ой. The suspense was killing someone. It just wasn't me. Дракон сожрал принцессу. Looks like the knight is out of luck. He's never going to get her amulet now. I stand corrected. Looks like it's a win-win. Well, not for the princess, but win-win for the knight and the dragon. When our brave heroes get back to the king, my advice would be to skip over this part. Так. В общем, нам надо идти к королю. Только надо идти рыцарем. А я иду. Его долго ждать. О, я знаю даже, как к ним быстро спуститься. Давай. Прыгай. Так, а наш рыцарь пусть... Да хватит, прыгай вниз. Окей. Так, ставь динамит, оставь динамит вот этой. Так, а сам возьми вот это. И пошли к королю. The king doesn't ask how the princess is doing. Awkward. Oh, don't forget to wipe the princess bits off the amulet before giving it to the king. It's just good manners. The brave knight returns with my daughter's amulet. And the first ever to do so, I might add. My daughter can be hard to swallow sometimes. As promised, Yi has won the right to attempt to pull the sword from the stone. You must have really proved your undying love for her. Ooh, why did he have to say undying? Так, shit. Не получается. The knight seems to be having some problems pulling that sword from the stone. Raise your hand if you're surprised. Yeah, me neither. You should have put some more points into charisma and chivalry. Эй, хватит. Хватит. Нет. Keep trying, son. Or should I say, son-in-law? Так, что есть? А, нельзя идти дальше, пока я не вытащу его. Ну, я знаю, что делать. Надо просто взорвать внизу. Так. Сколько же надо тут пробежать, чтобы сделать несколько мелких вещей? Стоп. Я пропустил. А, вот. Так, мне надо запалить и быстро. Так, давай, бежи. Оставляй тут. Упс. Ну ладно. Сделали как. Давай. Во! У меня рыцарь мой получил меч. I knew you could do it. You have proven your honor and won the right to marry my daughter. I'm going to run to her with the good news. Wait for us in the garden. As soon as we return, uh-oh, the wedding can begin. Может, ему надо... Who says cheaters never win? Losers, that's who. The king seems pretty excited about his new trial by sword-pulling son-in-law. Ooh, sounds like he's off to hug and congratulate his favorite daughter on the upcoming wedding. Yeah, well, what's left of her, anyway. Ой, я потерял меч. Стой! Мой меч. Ой. Ой, он утонул. Итак, ну это было не просто испытание, но я его прошел.
Если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Пират. Всем пока!